Система мониторинга Grant Expert позволяет мгновенно и бесплатно оповещать пчеловодов о планируемых обработках растений химическими препаратами. Визуальный просмотр имеющейся на сайте информации доступен любому посетителю без проведения регистрации. Для того, чтобы своевременно и не заходя на сайт получать информацию о появлении новых зон планируемых обработок растений, необходимо зарегистрироваться. Тогда заинтересованным лицам оповещения будут поступать на адрес электронной почты и в виде СМС-сообщений на мобильный телефон. Процедура регистрации на сайте проводится один раз. Необходимо указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Подтвердить их, перейдя по ссылке в письме и введя пароль из СМС-сообщения. После регистрации становятся доступны дополнительные функции. Так, пчеловоду для получения оповещения про планируемые химические обработки растений необходимо установить на карте место расположения пасеки. Воспользуемся для этого панелью рисования. Выберем функцию «Добавьте маркер». Установим необходимую точку на карте. Указываем название пасеки. Если пасека временная, кочевая, то можем указать дату, до которой она будет действовать. Если она стационарная, то устанавливаем флажок «Постоянный». Готово! Кроме того, для тех, кто не хочет афишировать месторасположение своей пасеки, например, при кочевке, имеется возможность перевести ее в скрытый режим. Тогда никто, кроме хозяина, не будет видеть ее на карте, но весь функционал останется доступен. Оповещения будут приходить в обычном режиме. Теперь, если кто-то запланирует проведение химической обработки растений в пределах 10 километров от пасеки, пчеловод будет своевременно оповещен об этом. Рассмотрим второй компонент работы системы мониторинга. Например, установку события фермерам, которые планируют провести химическую обработку растений. После регистрации на сайте с помощью панели рисования установим на карте место расположения участка, где будет проводиться обработка. Выбираем один из трех вариантов – нарисовать окружность, прямоугольник или произвольную фигуру. Выбираем тип события – химическая обработка. Указываем произвольное название, обрабатываемую культуру, название химического препарата, тип обработки, планируемые дату и время начала и окончания обработки. После сохранения этого события в течение нескольких минут происходит оповещение всех заинтересованных лиц, в частности пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе 10 километров, путем отправки писем на электронную почту и отсылки СМС-оповещений на мобильные телефоны. В оповещениях, кроме прочего, указан номер телефона контактного лица, проводящего химическую обработку для уточнения деталей при необходимости. Кроме того, данная система мониторинга имеет и другие возможности. Например, оповещение пчеловодов о зацветающих массивах медоносных растений. Также она может быть полезна для грибников, людей, собирающих ягоды, лекарственные растения, выпасающих скот, просто находящихся или проживающих в зоне возможного химического загрязнения. Присутствует возможность фильтрации объектов и событий на карте. Есть большая подборка судебных решений по фактам отравления пчел пестицидами. Другая полезная и справочная информация по теме. Оказывается, юридическая поддержка. Сайт не размещает рекламных материалов и не использует ваши данные для рекламных целей. Еще раз обратим внимание, что пользование данной системой осуществляется без проведения какой-либо обязательной оплаты. Grant Expert. Правила хорошего тона.